Состоялся финальный матч республиканского турнира по футболу имени Зелима Бежанова. Турнир собрал 14 команд городских и районных школ. Это событие стало настоящим праздником для юных спортсменов и любителей футбола. Турнир проходил в течение нескольких дней и продемонстрировал высокий уровень подготовки учеников. Сегодня участников, болельщиков и победителей турнира поздравил президент Алан Гогоев. Абу Мухтар Бошудустам, Шамеви Майума Фашинканам, Шамейна, Шефальтарнам Раза, Шерасух, Четыхчим Фальтарам, Шефальтарам, Бузник Загам, Меудун Дарамбору и Шамей, Рух Нестут, Машударитар, Фендактил, Растердам Фендактил, Лауткфа Вембойда, Утад, Мохайол Камандар, Вембойда, Тенгахсузгу. Обун, Хишоваттар, Комитеттар, Депутаттар, Хомасты, Ошакуттак, Спортакуттак, Камахау, Хаудун, Эмэна Олчидар, Ябуна Тархайджинис, Шамай, Нафалтар, Росфандагуллавой, Шамай, Разуй, Эмэ, Энтестетав, Дисой, Ирестуна, Дарма, Ирестуна, Тиядар. Юхоттар, Муашарам, Бунтабирават, Зелим Михайлович, Аняфирттар, Хомис, Золфасиваттар, Хомасты, Маудунен дар штырбузнет, торттар дар хавши ваздон лаган, ваздон хистар лаган, янум, шнарухканой, мяхофтар асугдай кутхасу йохам вахфасават. Команды показали отличные результаты и зрелищные матчи. Фетчоджу дар мабузнек фанды захан, оша кутток, дорттар чикана, Зелим Михайловича, нумыл, мехсан айкошу дихевадай фастамея, холоздар, хорозым бойдойнч. Нафаси вады каражил баттынч, оши ереста, мэна херендар костеста, мэн гай нафазахан бойдойнч. Буртидом тэмбэлу, костыю, финалдар, ку юрдам фазылды, кост ку инардам фалаваттар, мэна нарозу лавынч, фитчок бэноттар, чибо чохста, дэккок бэноттар. Фитчагам шкулуэ, охорган инактанэма, фэнджам шкулуэн дар мафэнды, захэн эштыр бузнэк, тэнг расух кост ровдыстот лапута, тэнг, мэн бузнэк. Ты мой кубозит, он сафл, да, кабы сайхаши тестуват. Шай кабы сайхаши, мака, футбола и дохузан, козу, бока сут, мальхима. Юна Хосай, молодцы. Турнир завершился торжественной церемонией награждения. Лучшие команды получили кубки и медали. Награждал победителей президент Алан Гогоев, члены правительства и парламента. Лучшей командой нашего турнира становится команда пятой школы. Команду победительницу награждает президент Республики Южная Осетия Алан Эдуардович Гогоев. Команде вручается главный приз нашего турнира, а также медали и денежная премия от президента в размере 50 тысяч рублей. Ежегодно организатором состязаний выступает администрация Дзаусского района. Руководство молодежного комитета поблагодарило всех причастных к проведению турнира. Сослан Гасиев подчеркнул важность подобных мероприятий. Макотима каска кастартима куске куста юристу не сон бунул. Ма хофта дарма фазагам бойдан, чо ма один могандам шалым ма яном брух нал ма даму дегасу. Ма ош юриста ожге ам, бежан тезгили манам брух нал джин. Смохан тама кастарта фандазагам ма нуджигар интрешче нуд, собр дуджи шешараты ма юристу не хурзахан шипу нуканат фамурхан рухана тумизгам. Турнир по футболу имени Зелима Бежанова стал ярким событием, которое запомнится всем участникам и зрителям, вдохновляя новое поколение футболистов на дальнейшие достижения. Лена Газаева, Алим Битеев, информационный выпуск сегодня.